Я думаю, что по названию ролика понятно, про что мы будем сегодня с вами говорить. И да, это будет посылки из Китая. Уже на канале был такой ролик, в котором я распаковывал на камерный свет. Так вот, в комментариях меня попросили показать, как он работает, и сейчас прямо в лайве мы с вами это все дело проверим. Кстати, видео пишется в 4K 30 FPS, но на YouTube будет доступно в Full HD. Пишу я его на камеру Panasonic HC X1000. Так вот, давайте прямо в лайве сейчас включим на камерный свет, может картинка будет. Немножко трястись, поскольку э, сам свет закреплен на камере Вот сейчас нащупаю колесико Которое, собственно, делает яркость нашего с вами изображения И вот таким вот образом мы с вами включаем наш свет то есть я думаю разница видна. Ну и давайте пройдем по посылкам. Я, собственно, открою страничку AliExpress, где у меня написано, что мне приходило. Во-первых, я заказал стекла на пятерку и шестерку. Стекло на шестерку приехало с ним все нормально. Стекло на пятерку приехало, но оно было разбито. Но продавец сразу в тот же день отправил новое. Далее это у нас с вами наборчик выглядит он следующим образом и предназначен для тестирования сетей и так далее. Пришел он вот в такой вот сумочки и давайте собственно все это дело откроем немножко неудобно для меня формат так как штатив стоит на э, столе и все это немножко мешает вот так вот выглядит сам наборчик здесь у нас имеется непосредственно вот такая вот станция для тестирования даже не знаю куда показывать вот таким вот образом нужно ее развернуть ну и поскольку это у нас с вами Panasonic, то мы можем сделать вот такую вот прикольную вещь оп и все сфокусировалось. То есть здесь у нас имеется 8 пин. И мы, собственно дело, это все включаем. Загорается огонек. И здесь есть несколько режимов. Но в инструкции, я думаю, все расписано. Если почитать, то вы разберетесь. Это вот такая вот штука идет в комплекте. Далее идут специальные штучки для зачистки проводов. Вот раз. И вот два. Ну и также непосредственно сами щипцы или как они там правильно называются, я уже забыл, для того, чтобы можно было перекусывать провод и также собирать в кучу витую пару с разъемами Ethernet, а точнее RJ45, вроде бы все правильно назвал. Что потом в комментариях не исправляли. А вот, теперь это можно отодвинуть в сторону, идем дальше. Следующее, это обычное крепление на э, велик, ко мне уже такое приезжало, оно единственное, что сломалось, поэтому заказал вот такое вот еще одно, самое стандартное, которое подходит и для Xiaomi, и для GoPro, -шек. вот таким вот образом оно выглядит. Э, здесь еще есть болтик в комплекте, но поскольку э, я этой штукой уже пользовался, то э, его здесь уже нет, но она приходит вместе с э, винтом, который э, здесь закручивается идем дальше следующая посылка которая приехала а точнее еще следующая не приехала еще три посылки даже четыре ко мне едет далее это у нас идет стойка для микрофона и поп фильтр э, причем я думаю что вы могли заметить что звук на канале поменялся и это все связано с тем что теперь приехала стойка приехал поп фильтр и благодаря этому всему делу звук получился намного насыщеннее э, так вот я не буду сейчас показывать поскольку я все на это дело пишу просто вставлю небольшую подсъемку я думаю так все будет понятно далее приехало крепление для телефона выглядит оно следующим образом значит как все это дело работает мы вот эту штучку которая находится снизу вот эту вот прикручиваем к ручке на нашем велосипеде ну а вот с помощью этих зубцов мы можем закрепить сам наш телефон размах у них довольно таки большой 6 плюс тут становится Довольно таки хорошо, но поскольку мой 6 плюс сервисном центре. Кстати, про это я расскажу в отдельном ролике, то сейчас я вам показать не могу, как все это смотрится. Но мы идем дальше. И следующее это у нас с вами вот такой вот штативчик. Я думаю, что у каждого он есть. Кстати, был у меня раньше вот такой вот. Но я думаю, все знают его проблему. Это вот такая вот штучка, которая просто вот так вот может <laughs> разбираться, и это не совсем прикольно. Вот. А этот штативчик, он довольно-таки надежный. Я думаю, что прям зеркальная камера Nikon на нем должна выстоять. Давайте прям, наверное, в лайве проверим. Сейчас я откручу от Nikon площадку, которая на него была прикручена, и мы с вами попробуем прям в лайве все это дело проверить. Берем Nikon и непосредственно закручиваем. И посмотрим, выдержит ли этот штативчик фотоаппарат зеркальный тут кстати вот здесь вот можно затягивать резьбу для того чтобы не крутился наш с вами это аппарат. Ну, как мы видим, все это дело стоит. Единственное, что нужно немножко поднастроить ножки, для того чтобы все это не падало. Но выглядит довольно-таки прикольно. И вот стоит, я вот руки отпустил и ничего не шатается, все ровненько стоит. А, вот такая вот история. Мы с вами идем дальше. Следующее это ко мне приехал а, вот такой вот интересный чехол для Xiaomi. Значит, вот сам чехол, вот сама крышечка. Давайте все это делаем поближе, поскольку мелкие детальки. Вот таким вот образом это все выглядит. Ну и давайте возьмем камеру Xiaomi, все это дело примеряем. Вот таким вот образом это дело одевается. Вот таким вот так вот так. И тут немножко защелкнем для того, чтобы оно зашло все на корпус. Все отверстия открыты, то есть микрофон открыт и все. я это только из-за того, чтобы на камеру был вот такая вот защелочка, для того, чтобы камера не царапалась. И теперь это все выглядит вот таким вот образом, довольно стильно и мой любимый зеленый цвет. Вот, а мы с вами идем дальше, кстати, не до конца защелкнул. Давайте опять отдалим наше изображение. Ну и дальше идут посылки, те, которые я не заказывал. Заказывал мой редактор группы «Богдан». Вот, и э, тоже мы на них посмотрим. Ко мне скоро тоже должно такое приехать. Кстати, рано я зум убрал. Вот такой вот кабелек приехал. Э, выглядит довольно-таки стильно. Во-первых, это у нас э, кабель лапшичка. Вот таким вот образом она выглядит. Камера сейчас сфокусируется. Очень нравится камера, она сама фокусится после ника. это просто наслаждение. Э, я думаю, что вы поняли, в чем фишка данного кабеля. Здесь у нас usb шник обычный, не двухсторонний. Ну а на другой стороне у нас находится Lightning. Вот мы видим, он работает с айфоном, все это дело проверялось Ну а если мы откроем вот этот верхний отсек, то получаем доступ к microUSB Кабель довольно-таки удобный, поскольку э, иметь при себе всегда и microUSB и Lightning, я думаю, хочет каждый а Вот, идем дальше, следующее, это немножко странный наборчик Это вот таких вот э, несколько штучек, а точнее их всего 5 в комплекте шло э, Вот таких вот AUX, -ов. один уже... Использован по, по назначению Скажем так, но они вот с такой вот Пружинкой, да, она тянется сильно И можно их растянуть прям на 2 метра То есть вещь тоже полезная, в Китае Это все можно заказать, кстати, все ссылки На эти товары я оставляю в описании Поэтому вот туда вот спускайтесь И там все смотрите Далее это вот такие вот переходнички Я думаю, так всем понятно, что это Даже открывать с коробочки не буду, вернее С кулечка, здесь у нас 30 пин и лайтнинг они э, на другом конце имеют там вот микро USB, я думаю, вот так вот через кулечек видно. Э, то есть мы можем с помощью камеры микро USB заряжать либо старое устройство Apple, либо новое устройство Apple с помощью Lightning. Э, Идем дальше. Следующее это у нас с вами микрофон, называется он Боя. И опять давайте навалим зума, если мы уже с такой камерой все это делаем. Э, сколько он стоит, я думаю, я вам сейчас не скажу точно. Вот, но опять же в описании есть ссылочки. Переходите, смотрите. Причем качество у него довольно-таки хорошее. Значит, что у нас идет в комплекте? Во-первых, идет вот такой вот мешочек. В самом мешочке вы можете найти следующее. Во-первых, это микрофон. На нем имеется прищепка и имеется ну, поп-фильтр, если его так можно назвать. Далее также идет у нас еще одна прищепка запасная. Вот опять же она в такая в разборе и где-то здесь еще у нас идет инструкция. Ну и также идет у нас вот еще один фильтр. то есть запасные детальки также есть. Кстати, сравнение с моим микрофоном ROT, я обязательно сделаю и мы с вами посмотрим. Кстати, на этот микрофон э, писалась небольшая, небольшая часть в фильме, который выйдет уже 31 декабря. Э, ну и последнее, точнее предпоследняя, что я вам покажу, это вот такая вот сумка. И да, нужно отодвинуть зум. Вот таким вот образом она выглядит. Заказывал ее еще через Китай рулит. Это она давно у него лежит. Но вот сейчас прям, наверное, вот так вот. И это сумочка для камеры Xiaomi. Здесь можно поместить все аксессуары. Вот я сюда присосочки кинул. Здесь крепление на велики, подводный бокс, ну и крепление на голову. Все удобно. Здесь вот такая вот есть еще э, решетка, куда мы сможем спрятать все наши другие э, какие-то гаджеты, устройства и так далее. Ну и также это небольшой USB-хаб. А точнее, не USB-хаб это зарядка. Выглядит это все следующим образом. Можно сказать, сделано в стиле Apple. Э, вот так вот все это выглядит на картинке. Я, если честно, когда смотрел это все дело на Али. Экспресс думал, что оно будет намного больше Но когда оно приехало Я, если честно, немножко прифигел Давайте откроем Люблю, кстати, посылочки распаковывать Что-то мне прям понравилось и она вот так вот прям в руку помещается. Да, немножко колхоз из-за вот этого вот интересного выключателя, да, вот такой он, он прям интересный, назовем его так. Но здесь 6 портов USB. Я его заказывал специально для э, колледжа, для актового зала, для того, чтобы люди заряжали свои мобилки и не сыпали нам вирусов на компьютеры. Вот так вот все это дело выглядит. Отправляется с европейской розеткой, то есть продавец смотрит, откуда вы, и. Э, подстраивается и выбирает розетку. Кстати, здесь еще пленочка наклеена. Вот такие вот посылки. Давайте как-то все это скинем сюда. Сделаем зум поменьше. Вот столько всего интересного. Мне приехала с Китая. И э, не знаю, пишите в комментариях, продолжать ли такую рубрику. Должна еще приехать светодиодная лента. Я заразился от э, Ильи, э, который у нас с вами из, из канала Зверье. Тоже себе купил акустический поролон. И приедет подсветка. Есть тоже небольшая идея диодная, как все это красивенько сделать. Поэтому обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Вот. И в ближайших влогах вы увидите, во-первых, бэкстейдж нашего с вами фильма, который выйдет уже опять. Опять же, напоминаю, 31 декабря. Ну и также вы увидите, как все это дело будет монтироваться, поскольку еще не приехала ко мне светодиодная подсветка, не приехали. Почти такие же 3,5 мм джеки и еще пару аксессуаров. Это, например, давайте посмотрим, вот такой же приблизительно микро-USB кабель, немножко другого форм-фактора. Ну и также еще пару посылок. Например, ко мне еще не приехал паук для микрофона. Ну и резьба для того, чтобы все это можно было закрепить на стойку, хотя она не понадобится, поскольку и так все держится. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал. Пока.